мусоровозы, самосвалы, бульдозеры, грейдеры, автомобили скорой помощи прибыли в Донецкую Народную Республику из Самары. Привезла их делегация во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Регионы России берут шефство над городами ДНР. Самарская область будет курировать Снежное, чтобы содействовать в развитии городского хозяйства, медицины, культуры и спорта. Техника будет находиться в Снежном до выполнения поставленных задач. Спасибо. Любимица техника, грейдер, который будет наводить порядки на дорогах. Он уже включился практически в работу, да, уже там изучил местность. И вот как раз по поселкам, которые в окрестностях Снежного, входит в состав городского округа, мы будем работать и градировать дороги. А это что, Сергей Олегович? Это для перевозки рабочих. Ну и давайте посмотрим-то скорой помощи, Сергей Олегович. Пойдем. Да, да, конечно. Стороны, да. Ну, скорая помощь, она вообще как лежачих, как сидячих, полный комплекс реанимации абсолютно можно делать. Контролировать электрокардиограмму, подавать кислород. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин совместно с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым осмотрели завод «Авиатех», после чего побывали в средней школе номер 8. Учреждение просило предоставить компьютерную технику, книги, учебники, канцелярские товары. Все просьбы были выполнены. Здесь история России и история Самарского края. То есть мы разработали специальный курс, Денис Владимирович, на 3 года он рассчитан. Это вот 4-й, 5-й, 6-й класс. Во время визита самарской делегации в ДНР было заключено соглашение о сотрудничестве. Понятно, здесь нужно помочь по жилищно-коммунальному хозяйству, да, по приведению в порядок там отдельных зданий социального назначения, образования, здравоохранения и так далее. Это понятно. Но поверьте, что тот импульс духовный, который сегодня дают жители Донбасса, дети Донбасса, которые приезжают, которые рассказывают, да, что такое патриотизм, истинный, настоящий патриотизм. Это крайне важно для России, это крайне важно, конечно, для нашей Самарской области. Вот низкий поклон тем, кто здесь живут, побеждают, растят детей и связывают свое будущее. Виктория Шарая, «События».